Всем привет! С вами любимая компания «Электромотор». Со мной вместе в видеоролике вентилятор немецкого производства, канальный для круглых воздуходувок, модель 315. А можно модель, более точнее, EM315E2M01. Данный вентилятор имеет два типа лопастей встроенных. Это отличает его от любых аналогов различных производителей. Вот вы видите впереди крутящуюся подвижную лопасть, и сзади, с другой стороны, у него установлена неподвижная лопасть. За счет этого удается добиться максимальной эффективности, максимальной производительности при данных размерах и мощности двигателя. Значит, его производительность составляет 2960 метров кубических в час максимальная. В пластиковом корпусе за счет этого он малошумный. Гарантия составляет 24 месяца. И по вопросам покупки вы можете обращаться в компанию «Электромотор» по телефону 5300 3 8.